На конкурс дети читают стихи для лабиринта Ру. Валуева Анастасия, 1 А класс, школа 800. Елка новогодняя в комнате стоит и, блестя игрушками, с нами говорит. Вспоминает елочка с грустью зимний лес, полный сказок и чудес. Не грусти ты, елочка, не грусти ты зря, мы твои веселые, добрые друзья. Так сверкай же радугой праздничной для нас, будь счастливой, елочка, как и мы сейчас.